Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала Смешной Мастер. И сегодня вместе с дорогими друзьями поиграем в Plumber. Это, в общем-то, новый режимчик на Realms'е. Ролик будет короткий, потому что он очень простой и синглплееровский, но от вас будет зависеть, пройду ли я его до конца или нет. Потому что такую тему, похоже, мы делали еще на Redbox'е пару лет назад. В общем-то, похожую тему, вот MapCreator, смотрите. Вектор 11211, прикольный ник, да, 1111, не очень, на самом деле. В общем-то, он говорит нам, что нам нужно идти туда, чтобы сделать всякие настройки и так далее. Нам советуют поставить рендер дистанс 8, FOV 70 и difficulty peaceful. Давайте сделаем FOV 70, это normal, вроде бы, да, 70 это normal. Настройки графики, прорисовка 8 уже стоит, да. Ну, peaceful, думаю, тут так стандартно стоит. How to play, мы не будем читать difficulty, мы поставим, наверное... Advanced на жизни, ведь нет, у нас 3 жизни есть, до 3 смертей, потом можно будет, конечно, поиграть в дефолт, если надоест. Давайте в Advanced сначала сыграем. Right click to choose, left click to... Окей, ладно, окей, hold to play difficulty, как там вернуться, чтобы нажать и начать играть-то? Вроде бы здесь click to here, if you shoot to no hold to play, click here. Отлично, все, у нас появляются комнатки, я уже просто прошел обучение, знаешь, что делать. Здесь всего есть 10 уровней, вот таких, кстати, прикольный шрифт, мне нравится. Вот, окей, мы начнем с первого уровня. Сейчас вы поймете, что здесь нужно делать. О, кстати, что здесь за дырка? О, чувак, ты дай руку мне, на самом деле, нет. Там куча труб. Скоро поймете, почему здесь трубы. Как это вообще все связано. Так, давайте, вот, level 1. Подходим сюда, он открывается, и мы падаем. В общем-то, у нас появляется вот такой вот интерфейсик. У нас всего есть 3 кнопки. И мы должны с вами поворачивать, короче, воду нужно пустить по трубам. Да, очень оригинально. Воду нужно пустить по трубам. Как я и говорил, такое что-то мы уже делали на Redbox'е. А у нас было там, он назывался Pixel, что там, Paint, Fight, не помню. Как назывался этот режим у нас? Pixel Paint вроде или что-то такого. Давайте Open to Tap. Мы открываем, и водичка, смотрите, течет по трубам. Правда, у нас надо было просто собирать картины, а не трубы. Но изначально, когда мы этот режим делали, мы как раз-таки сделали что-то типа такого мини-гейма с трубами. Видите, все, первый левел completed. Первый левел был достаточно простой, мы его прошли. Вот, в общем-то, у нас открывается второй левел. Как видите, все остальные уровни недоступны, пока мы не пройдем. И у нас есть всего 3 попытки. Всего 3 ошибки мы можем сделать. Давайте откроем второй уровень. Прикольно сделано открытие уровней и так далее. Так, что у нас тут будет? Начинаем всегда открывать с конца. Я считаю, что это правильная тактика, потому что сначала нельзя идти, ты можешь прийти туда, куда не нужно. Так, 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 сюда, я так понимаю, повернуть сюда нужно, сюда. Так, о, здесь мы можем повернуться, сюда можем. Он немного, кстати, подлагивает в плане того, что я нажимаю, куда повернуть, а он делает это с небольшой задержкой, поэтому достаточно непросто. Все это сделать так, как нужно. Опа, здесь, кстати, да, кажется, ошибся, потому что я неправильно повернул здесь все это дело, да? А куда мне нужно было идти? Возможно, нужно было повернуть сюда, сюда, сюда. Да, скорее всего, так и нужно было сделать, а я протупил, но, может быть, сейчас еще успею. Вот отсюда начать, чтобы когда вода потекла, я просто успел все правильно повернуть. Так, 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 так. Все, сейчас вода потечет, отлично. Ух, я успел собрать, успел собрать. Ну и как бы не всегда с конца начинать где-то вот правильно, потому что бывает вот такие вот ошибочки допускаются. Так, отлично. Второй левел мы тоже проходим, прямо на последней секундочке успел. Левел 3, левел 3. Погнали, левел 3 пройдем. Что у нас тут? Вот, блин, темный экран. Давайте хотя бы посмотреть, что там есть, чтобы подготовиться, хотя бы понять, куда нам идти. Так, здесь, так понимаю, нужно по низу проходить, и у нас тут вот первый поворот. Наверное, им мы сейчас и воспользуемся. Так, сейчас отсюда тоже начнем собирать. Сначала тоже сюда, наверное, сюда пойдем. Так, здесь нам никак пока не выйти. Возможно, здесь нужно сделать как-то по-хитрому. Блин, 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 как же мне здесь все сделать? Так, сюда, сюда, сюда. Я могу, в принципе, здесь только сюда могу пойти. Могу попробовать вот сюда вот повернуть. Вот так вот. Но здесь мы никак не соединяемся. Вот в чем проблема. Блин, что же делать? А, может быть, наверх? Ну, не, наверх тоже не получится. Лол, как здесь нужно будет провести? Так, 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 возможно. Блин, сложно, сложно. А, все, я понял, как нужно провести, дошло до меня. Так, сейчас вода потечет, у меня еще будет ну, несколько секунд, пока вода течет. Ух, я успел собрать, боже. Просто 3000 IQ проверяйте. Ну, это первые 3 уровня, они достаточно простые. Думаю, уже на следующем или через уровень я должен буду зафейлиться, потому что все-таки это не так-то просто. Я вот на последних 2 уровнях буквально успевал в последнюю секунду что-то сделать. Я левел 3 прошел, он предлагает мне его еще раз пройти. Ладно, давайте выйдем на левел 4. Падаем в левел 4, окей, ну почему это не показывается? Показывалось, было бы прикольно. В общем-то, давайте, не знаю, наберем, предположим, 4000 лайков, если вы хотите, что я допрошел эти все уровни, да я думаю, это будет интересно. Так, ну если вам будет это интересно, если не наберем 4000 лайков, тогда ладно, так, сюда, сюда, мне это уже неправильный путь, кстати. Мне кажется, здесь нужно повернуть вот сюда, пойти сюда.
Типа, другого выхода здесь просто нет. Сюда кто-то присоединяется, корвицу всякие. Надеюсь, он не сломает игру, иначе я просто в тинспике забаню сразу же. Так, сюда. Здесь нужно понять, куда нужно идти тоже. Вот сюда, я так понимаю. Сюда можно повернуть. Так, сюда, сюда, сюда. О, да, все, я нашел путь. Здесь дали чуть больше времени. Или нет, я не нашел путь. А, может, сюда? Куда идти дальше? Лол. Сложный прикол, на самом деле, сложный. Что-то я там не разобрался, минус одна жизнь. Так, 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 так. Да, здесь какой-то посложнее уровень попался. Либо я что-то туплю, либо я там не заметил где-то какого-то поворота. Возможно, нужно было через правую часть все пройти. Давайте снова сначала начнем. Мне кажется, тут как бы без вариантов нужно сначала начинать. То есть вот это все, наверное, делается так. Не думаю, что здесь делается как-то по-другому. Это именно правильный путь, вот так вот. Пока что его вот так вот оставим. Теперь отсюда пойдем. Сюда, сюда, сюда. Куда мы можем выйти? Можем выйти сюда. Можем вот так вот пойти сюда, сюда, сюда. Если в том случае поворот вот сюда вот будет, да? То есть как бы мы здесь вообще никуда сильно-то не повернем. Блин, очень сложно. Тут что-то какой-то сложный уровень подъехал. Что-то я очень дико туплю. Не понимаю, куда мне вообще нужно повернуть. Хотя, может быть, вот так вот нужно было? Нет, так тоже нельзя, боже. Что за сумасшедший придумал этот уровень? Это же Unreal какой-то уровень просто. Так, 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 сюда, поворот. Сюда, здесь поворот. Сюда, так. Так, я, кажется, нашел путь. Но не успеваю его сделать. Да, и он там соединяется, он там соединяется. Все, я нашел правильный путь, но это было слишком поздно. Блин, если бы я успел, было бы вообще кайфово. Было бы вообще кайфово. Сейчас вот там вот соединяется. Надеюсь, я сейчас вспомню, как я это все сделал. Так, давайте отсюда пойдем, чтобы все вспомнить. Так, 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 вот так вот вроде было, так. Так, все, ну блин, две жизни, конечно, на один уровень потратил, это не круто. Это не круто, сюда, сюда вроде было, потом сюда, 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 сюда. Почему оно... Что с ней не так было, только что она как-то странно повернулась, но вы сами видели, в принципе, прекрасно все видели. Оп, сюда, так, 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 вот пролагало немножечко, пропинговало. Так, сюда вот идем, здесь тоже поворот сюда. Так, погодите-ка, что-то не сходится. Ой-ой, там же был какой-то нормальный план. Почему я опять где-то зафейлился? Я что-то не понимаю. Даже если я сделаю так, потом так, а потом вот так вот, он все равно сюда не пройдет. Боже. Просто жесть. Я что-то запутался, реально. У меня был идеальный вариант, но я где-то опять что-то неправильно сделал, и теперь мой идеальный вариант сломался. Допустим, трубу по циклу. Не, к сожалению, все. Что мне показывают? Use D and A to dig. О, нифига себе, что это за новый уровень. Что это за новая игра? А, короче, мы здесь должны уворачиваться. А закончить жизнь, надо ли какую-то новую мини-игру? What the fuck? Вот это я даже не ожидал, на самом деле. Так, что, что мы должны бутылки собирать? Здесь мы не должны. Там что-то было страшное. О, жизнь, жизнь, жизнь дополнительная. Оп, мы собрали жизнь. А, можно так камбэкаться. Нам не дают, правда, смотреть вперед. О, какие-то ловушки страшные тут активируются. Консервные банки. Я так думаю, нам только жизни нужно собирать, и мы можем обратно собирать все свои жизни. Блин, прикольно реализовано, на самом деле, прикольно сделано, мне нравится. Так, а что это за такие точки? Минус одна жизнь, черт, жизнь-ка. А, не успела взять. Опять пропинговала немножечко игру. Они не про то, что пропинговала, просто реагирует на мои действия не сразу. То есть, нажимаю влево, он где-то через полсекунды. Вот сейчас хотя бы полсекунды делает. Так, так. О, бревно, нет, 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 нет. Где жизнь? Дайте мне еще одно сердечко, я одно сердечко проворонил. Так, эти штуки опасные. Так, хорошо. Блин, это очень странно. Мы только что собирали трубу, теперь что-то другое собираем. Как отсюда выйти, интересно, если я уже закончил, если хочу пойти обратно. Или надо именно три жизни собрать? Что здесь действительно надо? Ну, давайте попробуем суициднуться, я не знаю. Бам, бам, бам. И это можно до бесконечности. Ходу можно до бесконечности. Офигеть, стены у меня в правом углулка жизни. Что с стенами, со стенами происходит? Это жесть. Вот в основном гонится какая-то стена, которая пытается меня убить. А я от нее уплываю на этой удочке. Ну, короче, здесь умереть нельзя. Нужно именно три жизни собрать. И только тогда закончится этот мини-режим. Прикольно. Ну, в общем, интересно сделано. Но странно, что здесь нельзя вообще полностью проиграть. На этом, в принципе, все. Вот такой вот режимчик на реам. Все очень простой, незапарный. Я не сказал, что прям супер крутой, но просто хотелось с вами поделиться, показать его и так далее. Ну, это с вами был Демастер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментируйте. Всем удачи, всем пока-пока.